Алтай приходит в себя после мощного удара непогоды. Как и прогнозировали синоптики, регион в минувшие выходные накрыла волна циклонов в виде мокрого снега и сильного ветра. Порывы местами достигали 30 метров в секунду. Без электричества осталось несколько населенных пунктов в 8 районах края. Сейчас подача света возобновлена. Трасса Барнаул-Павловск. Просто жесть какая-то. Видимость 1 метр. Вообще, если планируете выезжать, даже не вздумайте. Вот такими кадрами наполнились социальные сети в момент разгула стихии. В воскресенье еще до обеда полицейские были вынуждены перекрыть одну из федеральных трасс по направлению в Наукоград. Спустя несколько часов после того, как утихла метель, движение было восстановлено. За два дня сотрудники краевого ГИБДД зафиксировали более сотни аварий, в которых пострадал 21 человек. Аэропорт не смог принять и выпустить сразу несколько рейсов. Пассажиры, вылетающие в Москву, провели сутки в ожидании отправления. Самолет с баскетбольной командой «Алтай Баскет», которая возвращалась с выездных встреч, был отправлен на запасной аэродром в Абакан. Сейчас главные воздушные ворота региона работают по расписанию. Тем не менее, по информации краевых спасателей, затишье в крае временное. Период непогоды в Алтайском крае продолжается и сегодня. Синоптики прогнозируют метели, порывистый ветер и гололед. Рекомендуем гражданам следить за поступающей информацией.